Родившийся как Гопал Бедди, болливудский ветеран актер Раджит, известный своими ролями в более чем 200 фильмах, поделился с поклонниками забавным анекдотом. В своем посте в Инстаграм Раджит вспомнил, как Рекха учила его тамильскому языку во время работы в фильме. Он назвал ее непослушной девочкой, потому что она учила его только плохим словам на тамильском языке. «Я совсем забыла об этом, мне так смешно. Рекха пыталась учить меня тамильскому языку во время съемок. Я не знал, что она учит меня только плохим словам. Непослушная девчонка», – написал он. Между тем, Рекха в эти дни находится в заголовках новостей, поскольку ее судебный процесс в средствах массовой информации сравнивается с тем, что переживает сейчас Рея Чакраборти. Почти 30 лет назад актриса-ветеран также подверглась судебному разбирательству в средствах массовой информации после смерти своего мужа Мукеша Агарвала.